пошли звідси, пане Равило! Сюди, ну забереш ти поросят саме в тій ділі! Ви, господі німець, їх теж того! А то вони вам усі брюки повсти, пардон, пообризгай! Люда, забери поросят, тому що тебе приб'ю, їй Богу! О! Давайте ж у ваш трактор залізь. Видите? О, май гад. Так, что ты смотришь на меня? О, май гад. Я такая. О, май гад. О, май гад. Ничего себе, блин, я на педалечка. Я не палю, вообще не слышал. Ничего себе. Вот это машина. А это я ж... потом показываю. А, извини, то это. Я потом показываю. Да тоже с места гулять в футбол можно. Я... А это что? А это есть кондиционер. А. Кого есть? Приятный воздух. Гуд. Это поросята, кляти, на срай надышали. Поросята еще удивительно, это не отпечатывается. На, вы не понимаете, видите, видите? Температура воздуха за бортом плюс 25, кабина плюс 17. Кто это только что со мной разговаривает? Это есть бортовой компьютер. Дальше с телеканал, видите? Вид спереди, вид сзади. Сына! Видите? Йо! Сколько лампочек! И усе горят! Боже ж! А если они все поперегорают? Ё-моё! Сойдите! А где я? Ну хотя бы хоть что-нибудь знакомое найти! О! А где тут бардачок, а? Вас? Не нас. А, я здесь. А бардачок. Не понимаю. Тупа Германия. Как, ну, бардачок. О, бар. Да, ласкательно, бардачок. 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 Бар, это кнопка есть, видите? Йо! Проходите ли напитка? Я счастье. Да ну его нахуй. Да это ж мой блин. О, Павло, это сусідський фермер идет. Павло, приходь ко мне вечером, я тебя паром угощу. Да не даром, а паром халявщик, колорами. Что, шморгалка? Будь спок, тут все есть. Я как раз хотел у вас спросить, а какая ж тут шморгалка, а? Вас? Идем я здесь. А шморгалка? Ну, я не понимаю. Тупые немцы. Ну, как бы, чем заводи? Дердир! Дердир! О, дердир! Дердир, эта кнопка нажимай, видите? Ага. Гуд? Что гуд? А где ж дир-дир? Видите, брать эту ручку на себя. Так. Гуд? Что гуд? Боже, испортился. Почему это на нас сарайчик побежал? Заворачивай! Заворачивай, говорю! Это мне двигаться! Гуд? Ух ты ж, ебаш! Так же все внутренности в голове могут полопаться! Это трактор управлять даже ребенок! О! Вами! Вами! Это мой вундеркиндер! Вовик, иди сюда! Вовик, иди сюда! Иди, Вовик! Ох ты же, машина! Все, папа! Все, все! О, Вовик, машина! Одних лампочек 20 тысяч штук и усе мигают! Зачем, папа? Зачем, зачем, что?
молоком. Нравится? Ты что, всей области от зависти будет как кость легких. Баба, а? А какая же у него сморгалка? Так там-то же дело, что нету. Так там-то же дело, что нажал на кнопку и ждешь. Как сарайчик на тебя побежал, так и выскакивай на... Куда? Куда-куда? Это шутка у столов. Я думал! Думал! Ты лучше думай, что тебе уже третья библиотекарша по селу ходит с киндер-сюрпризом. Третий класс, а думал, иди уроки учи. Я Данилец, я извиняюсь. Ты говори, что эта машина есть гуд. А что вы говорите, такой гуд, что всем гутам на зло. Даст есть контракт. Ты подписай здесь, я подписай здесь и я... Все подпишем без результата, вы не волнуйтесь. Ну. Ты же учти, дорогой немецкий немец. Что наш человек привык видеть столько лампочек, только на Новый год. И то через одну по этому делу. А вот шморгалку каждый день, понимаешь? Евгений, я извиняюсь. Что есть шморгалка? Шморгалка? Ну как тебе... Я такая... Как же тебе... А, о! Он мой трактор, и я тебе унт показаю. Пойдем. Это есть? Что? Это есть стальной конь марки Б. Сокращенно Бералус. Это есть фирма? Не, это такая народная скрутка. Момент. Бабик, где наша шморгалка? А, она же меня в бардачке... У бани. Кстати, температура воздуха в кабине точно такая же, как и на улице. А вот и шморгалка. Тут самый шморгалка? Да, сделано in USA. Тут заводим. Иди сюда. Техника на грани фантастики. Смотри. Шморгалка. Вот это магнита. Заводим. И сейчас как есть. Тут приварить. 25 кг человеку на пальчик. То мама со своими поросятами, то ты с хряпалкой. Сильно забомбил вас. Ничего. Все зашибись. Ничего. Продолжаем обучение. Я здесь посмотрю. Смотри, магнита. А? Сейчас как? Посмотри. У нас все продумано!
Доезжаем до капитального столба! Nein. Убираемся бампером! Nein. И стоим! No. Ура!